Здравствуйте, в эфире «Тема дня», гость программы Александр Бобровников, председатель правления ОСМД Филатова 49, директор ЖСК «Ленинский труд 3», член правления клуба председателей правления ОСМД Одессы. Здравствуйте, Александр Александрович. Добрый день. До 10 июня все украинцы обязаны определиться с формой правления, и если они примут такое решение, то образовать ОСМД. А с чего вообще надо начинать? Вот просто встретиться с соседями и, ну, попытаться хотя бы обсудить этот вопрос? Как у вас это происходило? Прежде всего, это большой колоссальный диалог. Диалог – это должен быть человек, который может его выдержать и прежде всего знать свою цель, потому что крайне редко кто, вот на моей практике была такая ситуация, что ближайшие дома крайне желали создания ОСМД, крайне желали. При всем том, что, как мы знаем, согласно законодательству, необходимо 50% плюс один от общей площади сособственников, но всегда находится один такой человек, который противостоит, и причем противостоит он крайне яро, вот, отрицательно в этом вопросе. И человек просто не выдерживает той моральной нагрузки, которая на него ложится. А вот не согласны, а они какую аргументацию подготавливают? Чем они кроют? Почему нет? Элементарно просто. Этот человек, это, допустим, ячеечка маленькая. Как правило, показывает практика, это 2-3 человека максимально. Чем они мотивируют? Вот они на белое говорят черное, на черное говорят белое. То есть принципиально мы не хотим. По каким вопросам? Может быть, это какой-то подвох, может быть, это какие-то личные мотивы. Но они говорят, что будет хуже, при всем том, что, как правило, высказывания — это люди непреклонного возраста, а люди от 30 до 45 лет. Какова причина? То есть это не поддается логическому осмыслению. Александр Александрович, ну, в таком случае такие люди часто становятся и причиной того, что СМД просто не организовывается. И страдают как? Все. И страдают весь дом, страдают все сособственники. Как преодолевать вот это препятствие? Что делать? Разговаривать с этими людьми, объяснять им, пытаться их как-то вычеркнуть из жизни дома, но это, наверное, невозможно. Это невозможно. Почему? Потому что, как правило, эти люди срывают собрание. Даже были такие претенденты, что при установке теплового прибора учета, то есть просто счетчика тепла, этот человек, женщина, закрыла монтажника и сделала его заложником. И мы вызывали полицию для того, чтобы спилить замок, и вызвали человека. Понимаете? То есть это исключительно, мне кажется, человеческий фактор. Люди не получают, скажем так, не совсем осмысленно осознают те блага, которые дают им ОСМД. Да, это благо очень тяжелое. Прежде всего, необходимо, знаете, как говорится, снять запонки, закатать рукава и тихо, спокойно, с энтузиазмом, ну, таким, знаете, достойным энтузиазмом, производить реконструкцию работы в своем доме. Александр Александрович, это большая тема о благах, да, которые дают СМД. Да. Но вот если все-таки кратко, да, лаконично уместить это вот в нескольких предложениях, что сегодня это за благо именно для одесских ОСМД? Первое. Принимать решение. И самое главное, что человек, который принимает решение, имел всегда возможность, не имел всегда возможность, мог за них, за эти решения нести ответственность. Здесь я бы сказал бы, вот как клятва Гиппократа, не навреди. Почему? Потому что дилетанты есть везде, в любой отрасли. Здесь эта работа ошибок не прощает никаким. Никак. Допустил ошибку, неси ответственность. Ну, вы сейчас говорите именно о человеке, который является главным управленцем. Именно, да? Так, да. То есть вот тот человек, которого избирает правление и который берет на себя всю полноту ответственности за то, как обстоят дела в доме. Это, наверное, самый главный шаг, который принимается после решения о том, что СМД будет создано. Именно так. Главное, чтобы этого человека хватило сил и энергии нести, скажем так, выполняя свои функции в должном объеме, который он должен делать. Потому что у многих, как правило, как показывает практика, после создания СМД в кратчайший период, а я называю кратчайший период, это 6, 9, 12 год, СМД просто разваливается. Не в плане того, что идет недоверие к председателю. Председатель не... То есть, поймите правильно, идет сильная моральная нагрузка. Председатель правления — это человек, который... Это локомотив, который тянет за собой весь состав. Как избирается этот человек? Избирается, это первое. Прежде всего, в зависимости, я не буду говорить юридическую информацию, потому что уставы бывают разные, и многие, кстати, делают изменения в устав, то чтобы не избирало правление, а избирали именно все жильцы дома. Как правило, показывает практика, что первого председателя избирают именно все сособственники. Каждый выдвигает свое мнение
по данной кандидатуре. Таким образом. И прежде всего, даже бывают очень часто такие моменты, когда идет предложение на принятие этой должности, а многие, очень многие делают самоотвод. Почему? Потому что прежде всего работа ненормированная. Выходные дни работы гораздо больше. Почему? Потому что бывает аварийная ситуация, которая не граничит балансовой принадлежности именно ОСНД, а касается исключительно квартиры жильца. И ну как не помочь человеку, я не знаю. Александр Николаевич, вы когда образовали ОСНД, первое, за что вы взялись? Вот что это были за виды работ? Виды работ разъясню. Первое. Я хотел бы прежде всего сделать одно такое большое дополнение, что до принятия дома, огласить такую цифру, было порядка на 1 600 000 гривен в нем сделано. Сделано причем бесплатно. То есть ни один жилец не внес ни одного взноса на эти реконструкции, на эти капремонты, которые были прежде всего. И со стороны КПЖКС «Черемушки», вот, и со стороны городских муниципальных служб, и с мэрии, и помощь депутатов. Разных фракций, я в этот момент не касаюсь. Вот. Поэтому объем работы был проделан очень большой. И я, например, вот как председатель правления, мог принять дом на год даже раньше, чем, скажем так, по срокам я его по факту принял. Почему? Потому что очень многие работы, а это достаточно большой объем работы, были произведены именно в счет оплаты коммунальных услуг КПЖКС «Черемушки». И они были качественные, и они были, самое главное, что они были капитальными. Это не был частичный ремонт, либо моментов, которые, скажем так, могли бы чему-то навредить. То есть это были произведены капитальные ремонты в нашем доме. Ну и вы, собственно, продолжили... Запас времени был принят для того, чтобы проделать часть работ, тех, которых крайне необходимо на данный момент, до принятия. Потому что, как я вот не буду высказываться, что определенный процесс, как показывает практика, порядка 7-8 месяцев, это точно, с момента регистрации до принятия дома в управление. С момента регистрации до принятия дома в управление. Это минимум порядка такого вот период времени проходит. Александр Александрович, ну не каждый дом в Одессе, к сожалению, находится в таком состоянии. И не у каждого ОСНД будет шанс иметь вот этот такой достаточно легкий испытательный срок. Я бы не сказал бы его легким испытательным сроком. Рано или поздно станет вопрос о том, что его необходима реконструкция либо капремонт. Это первое. Второй момент, самое главное. Даже тот же самый фундамент, тот же самый бетон имеет свой срок жизни, то есть свой срок годности. Мы не говорим сейчас о инженерных или каких-нибудь еще системах. Вот. То есть необходимо прежде всего задуматься жильцам, со собственником о том, что рано или поздно этот вопрос для них станет, для того, чтобы принять решение, стоит это делать или нет. Тогда это, в общем-то, по большому счету, построение долгосрочного плана. Я бы сказал, что создание ОСНД и наведение, скажем так, в него в этом доме порядка, это более долгосрочный период времени. Почему? Потому что хочется все, хочется сразу, хочется всего многого, но финансирование, деньги, все, что упирается. Когда есть средства, когда есть деньги, поверьте мне, можно отстроить и новый дом. Это не проблема. Пожалуйста. Но если бы была такая возможность, я бы это делали. Безусловно, безусловно. А как показывает... цифры, которые у нас есть, допустим, можно их прочесть на сайте Горсовета, что у нас в плачевном состоянии в Одессе порядка где-то более 85% домов, которые требуют реконструкции и даже капремонта. Особенно если мы говорим о центре города, то безусловно, это там процент гораздо выше. Если вы вспомните, хрущевки-то строились, когда в 60-х годах их срок службы должен быть порядка 25 лет, потом их перенесли на 50. Затем их реконструировали. Эту сумму, не в хрущевке, на 75. Александр Николаевич, но у Кабмина есть очень активные планы как раз вот заниматься расселением хрущевок. Насколько это вообще, вот по вашему мнению, насколько это реалистичный план? Он реалистичен только тогда, когда, допустим, будет снос дома на этой территории, на этой площадке, и выстроен будет новый дом. Это пойдут жильцы, это пойдут собственники, согласятся. А представьте человека, который вырос и родился в этом районе. Он знает всех вокруг. А где будет строительство нового дома? Ему этого просто неизвестно. Считаю, что этот план на сегодняшний день, это просто исключительно мое видение, он нереален на данный момент в Одессе.
То есть выход у жителей Хрущевок в основном-то сегодня один – создавать ОСМГ и держать дом в максимально оптимальном состоянии. И это реально. Я подчеркну, это реально. Почему? Потому что строительство, фундамент, качество бетона даже на сегодняшний день, если не были затоплены подвальные помещения, если дом правильно обслуживался, даже вот приведу примеры, вот на очень домах, многих домах ЖСК кооперативных, они в крайне надлежащем состоянии. Они великолепно выглядят. Да, может быть, где-то немножко как-то не совсем красиво, либо устаревший выглядит фасад, но по техническим данным они в великолепном состоянии. Александр Александрович, и, соответственно, возникает и банальный, но очень важный вопрос, я уверена, для всех жителей вашего дома. Какие планы? По ОСМД Филатова 49. Я коснусь по Ленинскому 3, по ЖСК, по Филатова 49. По Филатова 49. Самое плачевное состояние, которое на данный момент существует в нашем ОСМД, это тепломагистраль. Была предоставлена услуга, вернее, прошу прощения, не услуга, а выделение средств в размере 100 тысяч нашему дому по его ремонту и реконструкции. Но это было произведено на 40%. Остальные 60% они требуют не ремонта, а капремонта и колоссальной реконструкции. Потому что если вы понимаете, что, например, теплоноситель от КП ТГУ «Тепло» на данный момент — это самая дорогая услуга от монополиста, который принимает житель. Вот. Мало того, что даже если, скажем так, реконструкцию произвести, у нас очень большие потери. Я не боюсь назвать такую цифру, как 20% и более. То есть потери тепла, те, которые у нас просто в доме... Это общеизвестная проблема по всей Украине, да. Мы то есть не оригинального. Первое, самое главное, это реконструкция и капремонт оставшейся части тепломагистрали и утепление несущих стен фасада дома. Торцевых фасадов черепа. Какова временная перспектива вот этих планов? Я считаю, что это ближайшее не ранее, чем через 2 года. Если, допустим, даже делать поэтапно, то есть год-полтора — это исключительно реконструкция тепломагистрали, оставшейся 60%, а вся остальная работа, то есть я разговаривал не с одним подрядчиком, то есть цены были просто невозможно для того, чтобы сейчас этот вопрос осуществить. Необходимы очень большие финансовые вложения до миллионов гривен. Несколько десятков миллионов гривен. Жильцам это невозможно, потому что у каждого человека статус разный. Конечно. Александр Александрович, и в заключение, чтобы вот все-таки вы могли сегодня посоветовать тем одесситам, которые не вступили в ОСМД, но, в общем-то, должны уже как-то решать этот вопрос. Дорогие будущие коллеги, прежде всего, я бы что хотел бы посоветовать? Не бояться, не стесняться брать на себя такую возможность, как ответственность за ваши выполненные дела. Рано или поздно, а сроки поджимаются, 10 июня 2018 года выйдет новый закон ЖКУ, который обяжет рано или поздно нести ответственность каждому сособственнику за дом, в котором он проживает. То есть либо это сделаете вы, либо это сделают за вас. Принимать решение исключительно только вам. Александр Александрович, спасибо вам за беседу. Мы желаем вам, чтобы все планы осуществились. И к вам примыкало больше соратников в этом, в общем-то, достаточно эффективном деле для нашего города. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо. До свидания. А я напомню, в гостях был Александр Бобровников, председатель правления ОСМД Филатова 49, директор ЖСК Ленинский труд 3, член правления клуба председателей правления ОСМД Одессы.